Всем привет, друзья! Вы на канале 128 и смотрите, что у нас сегодня. У нас мега упаковка со стирателями. Смотрите, какая она толстая, там что-то внутри есть такое. Обычно нам дают за покупку от 555 рублей вот такой пакетик. Вот для сравнения, он помещается в ладошке. А тут вот дают вот такую огромную, вы представляете? Что же там может быть внутри? Давайте откроем, посмотрим для сравнения. Вот сейчас мы откроем маленькую. Обычную стиратель 2. Это у нас получился Человек-паук. Вот такой вот паучок. Как вы думаете, что в этой огромной упаковке? Она такая плотная прямо. Я даже не знаю, как ее открывать. Разрывать вроде жалко. Вот. Нашел. Друзья, вы посмотрите, какой Халк. Вот это стиратель, огромный стиратель. А вы его узнали, откуда он мог быть такой? А где же у него штампик? Штампика нету, есть вот тут штампики. Давайте попробуем припечатать его. Сейчас мы с вами откроем специальные. Так, тут что-то стиратели у нас попадали все. Давайте вместе с вами сейчас попробуем проверить, работают ли у него штампики. Красный и синий. Один кулак у него будет красный. Отпечатывается. Печать корявая. Наверное, жесткий стол. Вот такой вот. Вот такая трещина получается. А давайте теперь синий попробуем краской. И вот такой синий. Сейчас я вам покажу поближе все это дело. Вот такие расколы. Посмотрите, какие расколы. И это вот такой вот огромный Халк. Для сравнения, маленький паучок. Круто, да, друзья? Но я думаю, что многие из вас уже заметили, узнали его, откуда он. Кто знает, расскажите. Вообще-то я на своем канале уже делал обзор этих супергероев. И у нас такой был. Напишите, кто видел в комментарии, да? Откуда у нас такой Халк? Конечно же, не дают в магазинах. Это был прикол. Это розыгрыш был. И вот мы сделали сами такую огромную упаковку стирателей. И там нам попался такой огромный Халк, который, в принципе, тоже ставит печати. Друзья, но, конечно, сейчас кто-то будет ругаться, вот там постанова, да вот прикол там. Дело не в этом, просто это была вольная фантазия. Мы вот просто подумали, а что если при маленькой покупке бы давали такую упаковку, а при какой-нибудь большой покупке вот такую огромную упаковку? Скажите, было бы круто, да? Такая огромная упаковка со стирателями. И, кстати, вот эта штучка, она еще и наклейка, ее можно еще и наклеить. Вот этих супергероев. Вот такая история, друзья. Кому понравился этот Халк, поставьте лайк. Печатает он нормально. Ну, а я с вами прощаюсь. Вы были на канале 128. Ожидайте новых роликов. До скорых встреч!